У нас везде сугробы, а народ уже готовится к лету и покупает велосипеды, пока цены не поднялись. И сегодня в сборке был Fox Vintage, такого приятного бирюзового цвета. Это велосипед типа дачник для неспешных поездок на речку, в магазин или, может быть, по городу где-то покататься на небольшие расстояния. Стальная рама, он достаточно тяжелый, поэтому, конечно, затаскивать его куда-то домой в лифте будет неудобно. Если у вас первый этаж или частный дом, или дача, тогда это вообще оптимальный вариант. Есть всего одна скорость, ножной тормоз. Соответственно, теоретически вы можете подобрать удачное передаточное соотношение, поменяв либо заднюю звездочку, она стоит порядка 350 рублей, либо переднюю звездочку, она стоит порядка 500 рублей. И в комплекте есть корзинка, есть багажник, есть насос, то есть полная комплектация велосипеда, сел и поехал. И очень приятный цвет. Прикольный велосипед. По сборке, если вы будете покупать похожие велосипеды, обязательно протягивайте переднюю втулку. Она, колесо вообще не крутилось. Обязательно протягивайте заднюю втулку, потому что тоже все очень сильно закусывает. И следите за состоянием задней втулки, потому что втулки китайские. Их нужно хотя бы раз в год проверять, может быть, перебирать и подтягивать, чтобы они очень сильно не люфтили. Но в то же время они должны быть перетянуты, иначе будет плохо тормоз работать. И рулевую, конечно, тоже надо посмотреть. Шатуны и каретка здесь в хорошем состоянии, здесь все хорошо затянуто, но каретка здесь идет у нас на шариках. Соответственно, год, два, три, и она начнет болтаться, люфтить, тоже придется ее менять. Ну и педали пластмассовые. А так, в целом, велосипед я смог найти и привезти дешевле, чем за 9 тысяч, чуть-чуть подешевле. И вот полную комплектацию вы видите на экране. Если что, обращайтесь, соберем любые ваши велосипеды.